Подразделение «Альфа» вылетело в лесную зону, расположенную на северо-западе Ракун-Сити. Мы искали вертолет наших коллег из подразделения «Браво», который исчез в ходе операции. Крис, ты нашел их? Пока не нашел. Некоторое время назад в Ракун-Сити начали происходить странные убийства. В сообщениях говорится, что жители подверглись нападению группы из примерно 10 человек. Жертвы, по всей видимости, были съедены. Подразделение «Браво» отправилось на поиски банды и не вернулось. Крис, смотри! Это был вертолет подразделения «Браво». Он был пуст. Но что странно, почти все оборудование осталось на месте. Вскоре стало понятно, почему. Эй, идите сюда! Команда «Альфа» осматривает лесной массив на северо-западе Ракун-Сити, где мы разыскиваем вертолет наших сослуживцев, команды «Браво», пропавших во время выполнения своего Крис, задания. Еще не нашел? Нет, Брэд, еще нет. Волна странных убийств захлестнула Ракун-Сити. Поступают необычные сообщения о группе из десятка людей, нападающей на семьи. Судя по всему, жертвами были. Команду «Браво» послали провести расследование, но связь с ними прервалась. Смотри, Крис! Вертолет команды «Браво» был брошен. С останками тела Кевина. Мы продолжили поиски остальных членов отряда. Но все обернулось кошмаром.
Эй, Брэд! Какого черта творил? Крис, сюда! Дьявол! Бежим к тому особняку!